Привет, девочки! Сегодня, я думаю, что мы вместе распакуем с вами посылочку с Revolution. На самом деле посылка будет очень маленькая, но я все равно хотела очень вас взять с собой. Вау! В этот раз прям, посмотрите, прям по-другому открывать дизайн коробки, вообще другой. Красиво прям так посмотришь. Так, как обычно, такая маленькая брошюрка с новинками, которые выпустил недавно Revolution, и перечислено все то, что я заказала, но без цен. Вот, и давайте, девочки, приступать. Так, да, если вы, может быть, видели, у Revolution вышли новые пончики. Заказывала я в основном из-за одного пончика, из-за вот этого зеленого. Я думаю, что с него мы и начнем с вами. Сейчас только убавлю немного свет. Так, наверное, лучше видно. Ой, ножницы я забыла. Секундочку. Заказывала всего лишь из одной палетки. И там уже добирала, ну, как я уже сказала, что... Посылка будет маленькая. Вот. Все. Теперь я собрана. Так. Я хочу... Ой, ну это я себе хотела ставить. Кое-что я хочу... Странно очень открывается. Не знаю, как... Кое-что я хочу оставить себе, а кое-что хочу оставить на подарок. Ой. Слушайте, как сложно открывается. Вроде я уже везде открыла. Так, здесь у нас открыто. Что я делаю не так? По-моему, вам все еще отсвечивает сильно, да? Нет, вот так нормально, в принципе. Так, здесь у нас 5 оттенков будет. Каждый по 1,65 грамм. Все, в принципе, так же, как в том пончике, но вот этот более, наверное, воздушный. Так, такой липкий, возможно, потом отклеится, смотрите. Ой-ой-ой-ой. Если кому-то не нравится, можно отодрать, но тогда палетка должна была бы стоить однозначно дешевле. Здесь есть зеркало, и, девочки, в этих палетках, насколько я поняла правильно, все тени являются сатиновыми. Так, вы знаете, опять засвечивает, наверное, нужно... Вот. Вот так отлично передаются оттенки. Хоть мне кажется немножечко, что темновато, но оттенки хорошо передает камера. И давайте приступим сразу, потому что я могу и одну палеточку долго обсуждать. Сейчас перенесем. Конечно, это не очень практично, я считаю, когда в палетке исключительно... Смотрите, какие красивые оттенки. Исключительно вот такие вот немного сатиново-металлические оттенки. Они все очень мягкие, такие немного масляные, но не слишком. И очень хорошо пигментированные. Вот этот более ментоловый, этот зелено-ментоловый, вот этот темно-зеленый, уходящий чуть-чуть в коричневый, желто-зеленый. И такой классический светло-зеленый. Так, в принципе, видно хорошо. Но можно будет потом, конечно же, еще при дневном освещении посвочить. Вот этот пончик однозначно, девочки, я оставляю себе зеленый. А коричневый, девочки, вот этот желтенький я, скорее всего, подарю. У подружки будет скоро день рождения, и такую игрушку, я думаю, приятно получить в подарок. Очень симпатичная, но не страшно, то, что я открою, могу вам показать, что внутри. Да, надо только аккуратненько. Знаете, я, наверное, обрежу, а потом просто отдеру.
Так, и здесь есть такая же. Так, и надо аккуратненько вот только открыть, потому что это вот, вот так открывается, оказывается. Я в прошлой палетке криворучка была. Смотрите, здесь, конечно, в этот раз все сделали они очень. Смотрите, все неровно. О-о-о. Даже не знаю, очень неаккуратно сделано. Это оттенки, грамм, наверное, будет везде одинаково. Ой, красивая какая палитра, девочки. Но оттенки ничего особенного, как видите. Оранжево-рыжий, желтый и три оттенка коричневого. Светло-коричневый, средне-коричневый, темно-коричневый. Но это, конечно, вот такие палеточки, девочки, это однозначно для любителей шиммерных оттенков. Так, конечно, красиво. Хотелось бы мне больше аккуратности. Так, о, коричневый пончик, смотрите, какой красивый. Так, девочки, а здесь какие? Давайте сразу я распакую. Ой. Конечно, выглядит все это очень аппетитно. Посмотрите, фиолетовый пончик и вот такой вот, похоже, как будто, знаете, это действительно кокосовая стружка. Но не пахнет ничем. Интересно, пахнет ли внутри? Нет, особо я ничего не чувствую. Так. Девочки, я даже не знаю. Давайте откроем все, посмотрим. Те пончики, конечно, мне больше всего хотелось первые пончики оставить, потому что это что-то новое. Сейчас это уже, как бы они подхватили эту волну, увидели, что людям понравилось, и... Ой, так, ладно, все. И решили дальше... На волне успеха. О, какие красивые оттенки. Вы только посмотрите. Необыкновенно красивые. Фиолетово-лиловые оттенки. Давайте я просвочу. Очень красивый. Да, зеленый и фиолетовый. Прям безумно красиво. А здесь я бы даже сказала сатиновые тени, девочки. Ну, прелесть. Пополнение в пончиковой коллекции. Знаешь, как я зеленый неловко открыла. В принципе, хотела закрыть и положить красиво. На заднем фоне было. Так, вот этот, девочки, я, наверное, тоже задарю коричневый, потому что коричневый — это такие оттенки, которые на каждый день многие стали бы носить. И многим бы пошел. Но он такой, знаете, глазированный прямо. Посмотрите, прелесть. Какая палитра обалденная. Вы знаете, у меня ее никто носить не будет. Черный оттенок. Нет, вы знаете, наверное, я вот эту оставлю себе. И мы ее с вами сейчас просвочим. А другую, если она будет носибельная, потому что у меня... О, а черный здесь масляный. И смотрите, какой чернючий. Обалденная палетка, девочки. Banoffee Pie называется вот это вот. Я вам не назвала, да, как все называются. Зеленый пончик называется. Mint Choc Chip. Это зеленый. Фиолетовый называется Berry Jam. Так, вот это я сказала. О, какая красота! Так, и черный. Боже мой. Классная палитра. Очень красивая. Да, конечно, не для всех, должна сказать. Черный сейчас не прям так уж в моде.
И красный среди моих девочек никто не будет носить. Этот оставляю тоже себе. Пока только желтый уходит по ходу. И это должен быть в сероватых оттенках. Вот серый будет ли кто носить? Так. Я что-то не там отрезаю, девочки. Так. О, она вся сыпется, эта крышка. Нет, конечно, лошар такой не подаришь. Революшн, революшн. Что же вы экономить-то начали? Смотрите, выпускают как пулемет. Цены задрали. Смотрите, вы видите? Он все летит как пыль. Ладно, значит, это тоже оставляю себе. Здесь тоже такой темно-серый. Лавандовый красивый. Вы знаете, красивые цвета, оттенки, несмотря на то, что... О, вот этот матовый. Ну, такой бархатистый матовый, в принципе, как у многих у Revolution. Несмотря на то, что оттенки такие вполне себе носибельные и спокойные. Ну, носибельные относительно, да? Ой, какой красивый, пигментированный. Темно-серый, уходящий в черный. Про что я хотела сказать? Что все равно очень красивое сочетание оттенков, девочки. Посмотрите, какая прелесть. Да, вот этот я вам только не показала, да? Но он, в принципе, будет такой посредственный немного, но вот его точно подружка будет носить. А вот эти оставлю себе. Какая красота, девочки. Не пожалела я, что заказала. И получилось как бы мне выгодно, потому что я использовала 4 по цене, 5 по цене 4. Получается, что я за каждое отдала где-то к 5 евро, 4,50, да? Где-то так, я думаю, 4,50 или 4 там с чем-то. И доставка мне обошлась бесплатная, потому что я дошла до 30 евро. И написала вот этот January Safe, вот этот код. Ну, это не бесплатная доставка, а он просто мне 5 евро скинул. И я посчитала, что можно сказать, что я заказала бесплатной доставкой. Но код не срабатывал. Это была хитрость Evolution, если вы добавляли в корзину что-то из распродажи. Вот сразу вот этот Gen Safe сразу не срабатывал. Девочки писали, что не сработало, и я тогда проверила, почему. Не хватало мне этой палеточки, очень я ее хотела на Черную пятницу заказать, но из-за того, что у меня там технические были какие-то сложности, я вам рассказывала, что сайт, переходя с английского на немецкий вариант, он мне все скинул, и я забыла, что я ее хотела. Кстати, девчонки с Англии говорят, что флаг неправильный. Представляете, вот так вот опозориться. Может быть, за то, чтобы флаг был на палетке, платить надо. Я не знаю, почему они так сделали, но от Makeup Obsession это... Но вот как-то по-другому линии должны быть расположены. Я не очень разбираюсь в... Не во всех флагах разбираюсь, узнать-то в общем могу. А здесь нет ничего, можно просто открыть. Ну вот, в обзорах я слышала, что девочки говорили. Ты представляете, все равно, что выпустить палетку, да, с флагом страны и неправильно цвета расположить. Ой, очень приятная. И здесь вот такие вот оттенки интересные. Очень много матовых. Я бы даже сказала, она практически вся матовая. Здесь только вот таких вот два шиммерных или металлических. Сейчас мы их посмотрим. Ну, да, такие сатиново. Так, что-то мне не нравится освещение. Давайте вам, наверное, вот так. Мне кажется, будет лучше. Можно убавить. Нет, это самое
Я не знаю, как вот... Сейчас, девочки, подождите секундочку. Чтобы оттенки просто передавала не слишком ярко, а вот так, как они есть. Вот так, наверное, лучше всего. Вот. Я вам еще при дневном освещении обязательно покажу по сводчам. Так. И я очень рада, на самом деле, что здесь много матовых, потому что Make Up Obsession круче всего делает именно матовый. И в Америке Make Up Obsession очень хорошо представлен в их магазинах масс-маркета. И девчонки вот там скупают и пробуют. Я смотрела обзоры и остаются в восторге, как они тушуются, что пигментация очень хорошая, на темной коже тоже очень хорошо передается. В Америке очень много таких смуглых девушек, поэтому им светлые тени не подходят просто. На их коже они не видны. Ну, я на первый взгляд не могу сказать, что прям здесь бомбезная пигментация. Может, нужно наслаивать, не знаю. Так. А, я один оттенок забыла. А какой это был? Это был голубой? Сейчас, девочки. Да, это был голубой. Надо наслаивать немножко, девочки. Так. Так. Пойдем зеленый. Травянистый зеленый. Бордово-коричневый и какой-то розовый. Какой-то такой немного припыленный. На пальцах ярко получается. Но пока я навеки не попробую, будет непонятно. У девочки такая палитра. Не прям что-то вау. Хотя, знаете, посмотрите. Вот эти вот очень хорошо пигментированы, не знаю. Американки, наверное, хотят, я не знаю, качество и пигментацию в дешевых палетках такую, что прям зашкаливало, но тогда бы они не стоили по 10-12 евро. Вот, девочки, все. У меня пополнение в моей коллекции теней. Это моя самая любимая тема. А так, новинки Revolution на данный момент что-то оставляют меня довольно равнодушной. Я вам уже скажу, что будет где-то недели через две, может быть, через неделю или 10 дней, должна мне прийти еще одна посылка. Там вышли опять кое-какие новинки, которые мне прям очень захотелось, но... Опять будет вот такая малюсенькая, если даже не меньше. Опять те же самые были, те же самые похожие акции. И я вот решила. Вот, продержалась я с Черной пятницы сколько? 2 месяца. И вот опять у меня заказ. Опять немножечко понесло. Ну, посмотрим, может быть, теперь уже до лета я продержусь, подожду, пока они что-нибудь навыпустят и хороших акций. А там посмотрим. Вот, девочки, все, буду заканчивать. Всем хорошего дня, до следующего видео. Пока-пока.